Ребята, мы пришли сюда, чтобы снять ролик про смолдату Михаила Дашкиева. Перед вами все метрики. Вы не понимаете, что они означают. Но ими можно крутить и вертеть. А можно честно один вопрос задать? Девушки, можно один вопрос? Чё за фигня с томатным соком на высоте? Нет. Почему в магазине его никто не берет и не пьет? Почему такой вкусный на высоте? А вот на высоте все его пьют, как будто я не знаю. Из-за озона? Ага. Томатный сок — это... Слушай, а еще я видел, что, короче, в самолете радиация в 10 раз больше, чем вот в этом вот аппарате, ну, который сканирует, да? А если вы каждый день летаете, это вообще вредно или нет? Да, конечно. Нормы? Да. А дают молоко за вред? Еще в итоге день через день или нет? 80 часов в месяц? Так вот. Надо обращение к руководству аэрофлота. 90. Не надо обращение. Кто увидит. Ух. Очень холодно, мне вся рука околела. Мы заходим на подводную лодку. Вот Руслан. Ты этот. Слушай, так это не сама. О, это вообще музей. Здесь музей, прикольно. Построили гипсокартон. А вот она такая, да? Ну что, сколько длина у нее? Деньги. Там тепло? Видишь, ты хотел приключений, на возьми. Это подводная лодка. Ну все, пошли, поехали. Конечно, тепло. Все нормально. Пошли. Ого. Это интересно. Знаете ли, Руслан, охеренно, да, вообще. Я туда не полезу. Охеренно вообще. Я в платье на каблуках. Хотя. Рус. Каждый житель Владивостока умеет нырять туда. Так, я подожди, знаю, ну ты перелазь что-то передом, задом, хоть как. Я вот думаю, как выше. Миш, подержи человека, Чебоксар. Осторожней голову. Ого, где мы? Миша. Это как в кино. Это смолдата. Крути! Как за рычажок. Ребята, мы пришли сюда, чтобы снять ролик про смолдату Михаила Дашкиева. Перед вами все метрики. Вы не понимаете, что они означают. Но ими можно крутить и вертеть. Что-нибудь. Смотришь, короче, нос. Сейчас аккуратно еще в торпеду запустим какой-нибудь. Нос лодки пошел, короче, вверх. Понял. Здорово! Очень хорошо. Там еще дальше можно? Там зеркало или там люди? А вот, мне, знаешь, что больше нравится? Аммиак. Повышаешь вот этот аммиак. Вот, смотри. Ты там аккуратно. Не, реально вот это все очень интересно. Здесь у людей садили за плохое поведение. Наверное. Где-то. Карцер. Ну да.
А, это гальюн, ё-моё, ничего себе. Подводный гальюн. О, господи. Слушай, что получается, если что, он затопило, то тупо отсек травит, дальше. Да, он, видимо. Закрывает. Ну все, ребят, давайте. Ребят, до свидания. До свидания, мы будем вас помнить. До свидания. Сейчас собственноручно Руслан закрыл людей в люке. Я открываю вам доступ к знаниям о маркетинге. Слышите этот звук? Прям с ума сразу, да. Спустились. А вы из Владивостока? Нет. Из Москвы? Мы тоже из Москвы. Вы все из Москвы, да? Нет. Половина Чебоксар. Половина Чебоксар. Что, перископ не берется? И что вас угорает сюда приехать? В командировке мы работаем вообще. Ну, подводную лодку я имею в виду. Ну, гуляли. В такую погоду гуляете? Прекрасно. Что делать? Просто я купил. А, так вы с нами, что ли? Ты прикрыли, мы вчера. Вы прикрыли нашу воду. Да, по-моему, сразу не скажешь, что стюардессы. Почему не скажешь? Это был комплимент или оскорбление? Как будто студентки 18-летние. Серьезно, нет, правда? Ну, ладно. 18-летние студенты. Нет, девчонки, вы красивые, все хорошо. Миша, наше будущее могло быть вот таким. Может, и будет таким. Так что ты... Как это? А потом, эх, ну поехали в казино, да? На кровати сидеть, лежать запрещено, дом тащит. Ну и правильно. Ну что, погнали. Очень хорошо здесь. Очень здорово. Александр. Значит, сюда загружаете call to action. Call to action — это торпеда. Если у вас правильный call to action, торпеда заряжена, то закрываете его. Как-то вот тут должно что-то блокироваться. Но в итоге ничего не происходит. На самом деле, прикинь, если такое пальнуть. Вот так. Четко же, да? Охеренно было. Тихо, крутится. Я же там, блин. Сила. И они вот тут стоят, и понимаешь, их как-то грузить туда надо было, что ли? Ну там явно не один человек. Мясо вообще. Ну что, нормально? Да. Девчонки, ну ладно, что, целоваться не будем? Нет уж, поцелуйтесь. Давай. Руслан, что ты там творишь? А? Я говорю, все, давай. Давай, он не самолет. Давай. Аэрофлот. Не слышу. Аэрофлот, кстати, единственный самолет, где нормальная еда хотя бы. Ну, вот это покушать. Мидии прям давай. А, тебе, наверное, вообще это давали кошерную какую-нибудь. Ты же элитный. Элитный класс был. Ну ладно. Приветствовали? Ты же нет, я не слышу. Бизнес его вместе? Нет, вообще, да. У нас МКАДом приветствует. Да, да, все очень хорошо. Не, еда, вот покушали, я вообще знаю. Поедете, знаете, на экскурсию. Мы тут по местам. Поедете, у нас большой автобус. У нас автобус. Да. А просто по каким-то местам у нас организатор. На, у меня руки окалели, Руслан. А потом мы кальянки ходим, поэтому хотите знать. На конференции. Да поехали, мы ютуб-блогеры, нам нечего терять все равно. Миша Дашкиев, самый главный ютуб-блогер. Миша просто хочет себя вот как-то в маркетинге реализовать, поэтому вот на минимальный призыв сразу метнулся во Владик выступить. Слушай, ну меня вот, Вик, осторожно, вот эти, конечно, торпеды меня удивили очень сильно. Да, у вас Аэрофлот вообще. Ой, они, видимо, видишь, с этих с переборок вылетают. Смотри, вот видишь, щели такие. Видишь?
такими судьбами же. Ты что, просто гулял, что ли? Да я вот я на этом самом, блядь. На перископе? На перископе, но... Выбежал из дома. Ё-моё, блин. Ну круто, круто. Что зовут, кстати, Руслан, тёзка? Круто. Приходи на тренинг завтра. На тренинг завтра? А где, что за тренинг вообще? Пойдем к тачке подойдем, сейчас парни расскажут. Нихера у вас архитектура. Ты расскажи, хоть чем занимаешься людям? Я? Да, что, у меня сайт «Помощь студентам», декана вот, нет. «Помощь студентам», .ру? Декана нет. Декана.нет, да. И что можно у тебя сделать? Ну, что там, курсовые, дипломы там. Я под видео ссылка, короче, размещу. Есть, там есть. Парни, расскажите, что за стразоконфа, куда приходить? Вот. ДВФУ, на русский остров. Руслан, пропусти. Хорошо, да садись. Все. Да, мне надо ехать. Ну, вообще, давай. Слушай, дай хоть раз. Давай. На, поднимись. Там, поснимай. Руслан Дадунашвили, основатель Callback Harder. Мы думаем, все очень сложные теории по маркетингу. 4B, там, 8B, вот этот, так, Майя Брикс, там, свод-анализ. Просто пригласи человека в гости, начни с ним.